Король, его величество, сказал ее величеству, чтобы ее величество спросила у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Велели их величество известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья. Скажите их величествам, что нынче очень многие двуногие безрогие предпочитают мурмелад, а также пастилу. Придворная молочница сказала, вы подумайте, и тотчас королеве представила доклад. 100 раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король, его величество, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к его величеству и как бы между прочим сказала не в попад. Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил, глупости. Король сказал, о боже мой. Король вздохнул, о господи. И снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я просто масло на завтрак мне подать. В ответ ее величество сказала, ну, конечно. И тотчас приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, ну, конечно. И тотчас побежала в коровий хлев опять. Придворная корова сказала, в чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала, благодарствуйте, и масло на подносе послала королю. Король воскликнул, масло, прекраснейшее масло, отличнейшее масло. Я так его люблю. Никто, никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Артур Мильн в переводе Маршака. 40-е годы. Произведение, которое потом стало предметом песен, которые сочинил Сережа Никитин, и многих других воплощений. Спасибо за внимание. Читайте стихи Серебряного века в Telegram. Ссылка в описании. Подписывайтесь.